У вас были, это может быть, там у девочек сережка, колечко, монетка, но чтобы у всех разные были, чтобы мы четко знали, где у кого чей предмет, поняли? Конфетки, только чтобы больше никого таких не было. Хорошо, хорошо. Ну что, побеседили? Помню, как их предмет. Да, ну как эти отсюда? Я свечки зажигал, бумажка и... Новый год, новое лето, когда лето приходило, весеннее время. Вот, а мы сейчас с вами собрались именно по поводу ворот. Еще другое название у него – Карачун. Он говорит, это самые короткие дни. И мы с вами сегодня немножко прикоснемся к старинным обычаям, которые были на эти дни, вот, и с которыми связаны очень древние сомнения. Еще чтобы с этой стороны кто-нибудь спорни себе, иди сюда. Вот. Значит, во-первых, в эти дни считалось, что соприкасаются наш свет и тот свет. И поэтому появляются разные духи, разные существа из другого мира. Может быть, у нас сегодня не пропадет. А еще мы с вами сегодня обязательно пообщаемся с теми, кто, чье время наступает сейчас. Вот, в том числе. И самое важное, с чего мы начнем сейчас нашу сегодняшнюю встречу, мы с вами сейчас играем в одну очень серьезную игру, которая связана как раз с самыми темными временами года. Потому что мы с вами сейчас должны будем сохранить живой огонь. Скажите, пожалуйста, все взяли мелкие предметы? Все взяли мелкие предметы с вами? Давайте мы сейчас с вами, подождите, прежде чем мы включим свет, мы должны зажечь огонь. Можем выключать свет. И тоже выключить. И гирлянды. И тоже гирлянды. Вот. И еще. А этот что горит? Это в другой комнате надо включать. Нет, луна же пускай горит такой. Может, луна светит. Надо выключить. Да. Я сейчас. Выключить. Еще надо снять. Вот это. Выключайте. Ну, так вот, запоминайте слова песни, которые мы сейчас все с вами будем вместе петь. Жил-был Курилка. Жил-был Душилка. Жил-был Душилка. Жил-он пожил. Жил-он пожил. Ножки сложил. Ножки сложил. Как у Курилки. Как у Курилки. Как у Душилки. Как у Душилки. Ножки тоненькие. Ножки тоненькие. Живот коротенький. Живот коротенький. Не умри, Курилка. Не умри, Курилка. Не умри, Душилка. Не умри, Душилка. Не доставь досады. Не доставь досады. Не заставь плясать. Не да, в старину, на самом деле, на похоронах, когда тут умирал, плясали, чтобы у человека на том свете было меньше, ну, как бы, уходил он с радостью. Ну, что и теперь мы зажигаем лучинку, запиваем песенку и начинаем передавать ее по кругу. У кого в руках лучинка погаснет, тот должен будет какой-нибудь мелкий предмет положить сюда в горшок.
Жил-был курилка, жил-был душилка, жил он пожил, ножки сложил, как у курилки, как у душилки, ножки тоненькие, живот коротенький. Опа! У меня. Есть. У тебя погас, Гуля? Да. Я погас. По-моему, Настя погас. Нет, у меня уже. Нет, на, начало или погасло? Это немножко раз. Я видел. Берешь, что Настя. Настя, давай сюда. Настя, начинай. Так, на, зажигай теперь. Ой, а что у нас свечка? Духи задули. Настя такая. Да, он.